правдоподобность этой версии сложно поверить, потому что многочисленные свидетельства есть у людей о времени и датах задержания пропавших. То есть кого-то 1 числа забрали, кого-то похитили, кого-то увели, кого-то 2 числа. А 3-го их всех в одном месте находят уже убитыми. И по свидетельствам людей, которые ходили на опознание, общались с родственниками, говорят, что телесные повреждения не характерны для пулевых ранений. Исходя из вот этих многочисленных свидетельств, можно поставить под сомнение версию о реальности этой спецоперации, учитывая, что подобные инсценировки на Кавказе довольно часто случались и случаются.